Конечно, берем, конечно, берем. Вы что, на приколе, конечно. Что? Эта наклейка стоит 8К! Покупай 8К наклейкой 100! Здарова всем, с вами самый знаменитый охотник с наклейками Кент ПК. И прямо сегодня, ребята, я пролистаю комонку в самый-самый низ, найду там самые крутые наклеечки Арканы и куплю ее. Наша цель — найти на комонке Голд Скулы. Поэтому, ребята, прожмите за это невероятное видео прямо сейчас лайкусик, да, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И еще специально для моих подписчиков я запрячу в это видео рабочий промик на халявную Аркану. То есть, если будете смотреть все видео очень внимательно, то вы по буквам соберете промик, ведете его и получите на халяву UMP White Carbon. И да, первая буква прямо сейчас у вас на экране. Ну что же, а мы приступаем к видео! Так, ребята, и первый скин, который мы будем искать, это будет не комонка. Потому что комоночка — это самое интересное, мы оставим на потом. Мы пока что начнем с обычной рарки. Я думаю, то, что самая популярная рарка — это АКР Карбон. Как минимум, это удаленная коллекция. И я уверен, то, что кто-то по-любому когда-то наклеил сюда какую-то крутую дорогую наклейку и забыл про это. Накид, ты пока-то помнит все. Блин, ребята, на съемочке данного ролика я потрачу очень много времени. Прям очень много. Поэтому я очень надеюсь, что вы все подпишетесь на мой канал и прожмете лайкусик. Ну а мы, ребята, начинаем искать наклеечки на АКР Карбоне. И я уверен, у нас все выйдет. Ля! Прошло 5 секунд, я уже нашел раз наклейка, 2 наклейка, 3 наклейка, 4, но это самые дешевые наклейки. Нас интересуют нормальные наклейки. Ну что это за перхоть, ребята? Ну кому такие наклейки нужны? Ребята, на такие наклейки ни одна девочка не поведется. Надо нормальные наклеечки. Вот эти всякие вонючие наклейки рарки нам не нужны. О, ребята, если мне не показалось, там был, там была новая наклейка. Да-да-да, смотрите, смотрите. Сейчас куплю. Блин, я промахнулся. Вот это надо купить. Блин, я мискликнул случайно. Ладно, ребят, ничего страшного. Повезло, что это только начало, то, что я еще хотя бы не потратил очень много голдишки, иначе у меня бы сгорел. Так, пацаны, листаем дальше. Говорится, не сдаемся. Я хочу видеть хотя бы один скин, там, где будут как минимум две наклейки, потому что все, что вижу, это всего лишь одна наклеечка. Что? Только что? За 20 голды? Если мне не показалось, ребят, потому что я уже листаю, походу, минут 10. Я видел целых две наклеечки. Две наклейки, где? Вот. Еще две наклейки! Обалдеть! Самое обидное, то, что наклейки самые-самые ложовые. Но, тем не менее, ребята, мы нашли две наклейки! Мне, ребята, интереснее всего, когда уже пойдут нормальные наклейки на АКР Карбон. Потому что мы, ребята, сейчас, ну, я не знаю, я листаю минут 10, я ни одной нормальной наклейки не увидел. Но я уверен, если я пролистаю как минимум час, то там по-любому будут какие-то крутые, дорогущие наклейки. Поэтому, ребята, давайте листать. 5 минут later. Не прошло и полчаса, и я уже вижу скины, на которых целых 3 наклейки. О-о-о! Но мы, ребята, не сдаемся, мы листаем в самый низ, потому что наша цель — найти арканы. Мне кажется, нормальные скины уже пойдут, наверное, от 100 голды. Потому что сейчас идут одни дешевки эти наклейки. А знаете, что только что произошло? Бах, на наклейке. Что же это такое? Когда вы листаете очень долго вниз, то вы просто-напросто видите все новые скины с наклейками, которые выставляют. То есть я, смотрите, я вниз уже листать не могу, но я вижу все скины с наклейками. И вы посмотрите, что я вижу! Легендарочка! Аркана, аркана! О, блин, не это, вот эта аркана была! Вау, аркана! Я хочу ее купить, Сейчас попробую на нее нажать. О, 300 голды. Не, ну конечно, наклейки прикольные, крутые. Но 300, мать моя женщина, вы что, на приколе? Мы же в сосну въехали. Конечно, нет, ребята, очень дорого. Аркана, аркана! Стоп, мискликнул. Вот аркана, 280 голды. Аркана, аркана, братва, покупаю, Блин, я не то купил. Габелла, я бот. Блин, я хотел купить вот этот скин. Ребят, аркана, аркана, аркана. Так, стоп. Как же тяжело нажать, понимаете? Очень тяжело просто нажать на эту клейку, потому что АКР Карбон настолько много, что не каждую секунду обновляется. Да, да, купил, по-любому купил. Вау, еще крутые наклейки. 120 голды, легендарки. Вау, вот это крутые наклейки. Аркана, за 1000 голды, вы это видели? Аркана за 1000 голды продают, вау. Это аркана БК. Я даже не ждал, что на Каркарбоне такие крутые, дорогущие наклейки. А просто представьте, а что будет дальше?
Что будет дальше? Дальше будут еще круче наклеечки. Дальше вижу Хэллоуин, Хэллоуин коллекцию. Ну тоже такое дороговато, дороговато, дороговато. 120 голды, вот это красота! Ребят, конечно берем! Конечно берем, вы видели? Я там джекпот такой сорвал, это имба! Наклейка Девилиш, вы это видели? Вы видели? Вы видели, Девилиш? 900 голдишки, блин, ребята, можешь купить? Можешь купить наклеечка Девилиш, блин? Какая же она классная, как же тяжело не нажать. Что? Хэллоуин наклейки, 4 штуки. Вау, какие же классные тут наклейки. Это имба, ребят, прожмите за это лайкусик. Это просто какой-то разнос, вы посмотрите, что за 1200 продают. Вот этот вот обалденный Каркарбон продают за 1200 голдишки. Я даже не знаю, можешь купить? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Что? 2 Девилиша, 1000 голды? Что? Вау! Ну что, ребята, я уже на этом скине, наверное, нахожусь больше часа, поэтому я предлагаю, переходим к скину номер 2. Популярнее скин, чем Акаркарбон, это только один скин. Это Акерспорт! И опять же, это удаленная коллекция, поэтому, ребята, прожмите лайкусик, потому что я уверен, что на Акерспорт, ну, наверное, каждый школьник, который его купил, приклеил наклейку, поэтому на этом скине очень много наклеек. Просто посмотрите, просто обратите внимание, просто я листаю миллиард наклеек. Я долистал до 70 голды, тут уже куча скинов с 4 наклейками. А представьте, что будет дальше. А представьте, что будет, когда долистать до 100 голды, до 200 голды. Вы просто посмотрите, 83 голдишки, я уже вижу, легендарки даже, вот 83, 2 легендарки, обалдеть, ха-ха. Знаете, что самое-самое интересное, то, что я хочу купить какой-то скин, и потом подарить его подписчикам моего канала и подписчикам моей телеги. Потом, пацаны, сейчас найдем какие-то крутые арканы, куплю их, и, конечно же, подарю вам. Мне кажется, наклейки из Хэллоуин коллекции пойдут уже, наверное, со 150 голдишки, а легендарки и арканы пойдут с 200 голды. 5 минут later. Я долистал до 125 голды, я уже вижу первую Хэллоуин наклейку. Да, она дешевая, но тем не менее Хэллоуин наклейка, которая на рынке стоит 600 голды. Значит, дальше будет их еще больше. Я скажу честно, мы не прогадали с этим скином, потому что я по-любому себе что-то прикуплю. Еще одна Хэллоуин наклейка. Да блин, откуда их так много? Мне очень интересно найти скин, на котором я найду целых 2 Хэллоуин наклейки. И возможно, такой скин я бы даже купил бы, потому что я уже вижу, вот еще одна Хэллоуин наклейка. Но я не вижу ни одного скина, чтобы было бы 2 Хэллоуин наклейки. Ну хотя бы один. Дорогулечки, ты моя, пожалуйста. Ты где, родной ты мой? Стоп, стоп, стоп. 2 Хэллоуин наклейки. Иди к папе, иди к папе, иди сюда. Вы понимаете, что одни эти Хэллоуин наклейки стоят 1,5 косаря голды, а тут и скин, и наклейки 200 голды вместе. Я в шоке. И тут тоже 2 наклейки. Да ты шо, Санечка, снимаешь? Вот это навалило. Так, ребята, листаем дальше, потому что наша цель найти 4 Хэллоуин наклейки теперь и найти наклейки арканы. Я уверен, что их тут будет очень много. Вау! Стоп, это аркан или легендарка? Так, пацаны, кто помнит, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что Кента пока забыл, как обычно. Что? Эта наклейка стоит 8к! Покупай, 8к наклейка стоит, покупаю! Я в нереальном плюсе, в нереальном, вы видели? Какая там была наклейка? Вау! 3 наклейки Кинг, это тоже очень дорого, но я их пока что покупать не буду, потому что есть что-то и поинтереснее. О, наклеечка Токсик, тоже 500 голды, так, дешево. Блин, я не знаю, можешь купить, даже не знаю. Ладно, ладно, пока подождем, пока не долистал самый низ, мало ли там будет что-то еще более интересное, пока что подождем. А что дальше не листается? Так, ребята, походу я забагал Акерспорт, потому что дальше не листается. Посмотрите, я листаю в самый низ, а он не листается. Походу на этом с этим скином мы закончили. Блин, ну я хотел долистать хотя бы до 1000 голды. Я уверен, там такие классные наклейки были бы. Мама, не горюй. Мне реально очень интересно. Мне кажется, что на этом Акерспорте можно было бы найти даже Gold School или Punisher. Но, ребята, ничего страшного, не расстраивайтесь, потому что дальше будет интересней. Дальше я вам покажу Камонку. И вот там-то будет полный разнос, поверьте вы мне.
Ну что же, мои сладенькие, прямо сейчас я буду листать комонку. Да-да-да, вам не послышалось. Я себе уже подготовил чаечек с прозрачной кружечки, все как надо. И прямо сейчас буду попивать чаечек и листать вниз. Надеюсь, моя рука не отпадет, потому что, ребята, если честно, я уже устал листать. Просто прикиньте, 63 тысячи запросов пролистать, это просто что-то нереальное. Но я попробую. Мне очень интересно, на скольки голды я найду первую наклейку. Как вы думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях, кто угадает, ребята, от меня получит небольшой приз. Все, ребята, листаем самый-самый низ. Блин, посмотрите, в чем прикол. Один тип выставил все картайгеры. Скорее всего, когда они были очень дешевые, он их закупил и сейчас решил продать. То есть раньше же они стоили по 0,3 голды. Сейчас они стоят уже там по 3 голды. То есть они подорожали в 10 раз. Поэтому я думаю, этот тип или их закупил тогда и сейчас очень хорошо заработает. Ну что же, листаем вниз в поисках первой наклейки. Что? Кажись, я только что пролистал наклейку. Да, 3 голды, картайгер. Покупаем. Ну, а чебе нет. Ну, ребят, это первый картайгер, который мы купили. Всего лишь 3 голды. Прикиньте, как же это выгодно. То есть, если у вас очень мало голды, ну, например, там 3 или 4, то можно купить картайгер с наклейкой. И при том, это Origin коллекция. То есть, Origin коллекция, она очень солидная. Сами понимаете, удаленная коллекция. 5 минут later. Знаете, что самое прикольное? Я сейчас листаю уже минут 15, я больше наклеек не вижу. Просто их нету. Походу, это была единственная наклейка, и мы очень выгодно ее купили, потому что сейчас я ничего подобного не вижу. О, я нашел еще 2 наклейки за 4 голды. Но 4 голды, это вам не 3, понимаете, это очень дорого. И при том наклейки самые ложевые. О, пошли наклейки, не может быть. Но вот это, если честно, 2 самые страшные наклейки. Ну согласитесь, такие наклейки я даже врагу не посоветую. Просто самые стрёмные. Нас интересуют там всякие олдскулы, там панишеры, там сноуквины и тому подобное. Вот эти вот перхоть. Блин, кому она вообще нужна? О, видели, сколько только что наклеек пропустил. Так, 1 наклеечка, 2 наклеечка, 3, 4. Мне вот интересно, сможем ли мы найти картайгер с 4 наклейками? Я надеюсь, что да. Слушай, ну сейчас вроде как-то наклеек пошло гораздо побольше, да? Смотрите, вот прям наклейка за наклейкой, наклейка за наклейкой. Хоть наклейки и самые дешевые, и одинаковые, но хотя бы они есть. Это уже радует. И только что у меня произошел баг на наклейке, потому что ниже листать я не могу. И я прямо сейчас буду видеть все скины с наклейками. Вау, смотрите, за 30 голды вы видели, что можно? Конечно, покупаем. Ой, не то, чуть-чуть не мискрикнул. Вот это, оп. Купили, там было 4 наклейки. Тут, ребята, еще, вау, 135 голды. Что? Конечно берем, вы что на приколе? Конечно берем, это нереально выгодно. Я уже покупал скинов, ребята, на 3 костря голды. Что вы посмотрите, 600 голды. Мама дорогая, вот это тут ассортимент. Я гриболи бабу. Вот это да. Вау. Также посмотрите, что вы можете купить, если у вас есть 70 голды. Не, не вот это, вы можете все купить. Вот это. Слушайте, ну в принципе неплохо. Я думаю, все ваши одноклассники будут с вас смеяться. Они такие, типа, ой, у тебя команка, фу, ты нищий. А вы ему кидаете вашу команку, он смотрит, там 4 наклейки, дороже, чем его аккаунт весь. Он такой, вот это да. То есть вот такой скин идеально купить, чтобы пранкануть кого-то с друзей. Слушайте, сколько стоит вот эта наклейка, я вообще без понятия. Я не знаю, дорогая или дешевая, но я ее покупать точно не буду. Это стоит 20 голды? 20, так дешево, тоже купим. Не, ну ребят, ну я же потом это все подарю вам, поэтому давайте купим скинов побольше. Че жадничать-то, а? Только что за 38 голды выставили вот этот вот картайгер. Вау. Кто знает, сколько стоит одна из этих наклеек, напишите прямо сейчас в комментариях. Насколько я понимаю, это одни из самых дешевых наклеек, но за 38 голды очень даже неплохо. Прошло 3000 лет, и знаете, что я видел с новых наклеек? С новой наклейки видел вот эту замечательную наклейку, которая стоит 1000 голды на скин. Да, конечно. Походу, на картайгер вряд ли кто-то выставит скин с Тарканой. Ну или это надо ждать очень долго, потому что, ребята, я прождал на этом скине больше часа. Я ничего не нашел. Вот эти все наклеечки. Ну что же, ребята, давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим, какие же скины я купил. И давайте их оценивать прямо сейчас. Погнали смотреть. Итого, я купил этих 10 замечательных скинов. Да, и тут даже есть 2 арканы. 2 арканы! Вот это крутик. А может и 3, я просто не знаю, это аркан или нет.
Короче, ребята, все эти скины я подарю вам. Обязательно подпишитесь на мой телеграмчик и мой ютубчик, если вам они нужны. Я буду их всех там разыгрывать. Обязательно напишите любой хороший комментарий, подпишитесь на мой канал и прожмите лайкусик. С вами был ваш Кентуха. Всех одна приподнял. Всем удачи, всем пока-пока!